Здание каплицы располагается по адресу улица Фрунзе, 157. В 1906 году в Самаре построили католический костел, при котором каплица служила молельным домом для католиков, а на втором этаже располагалась польская начальная школа. После революции здание превратилось в жилой дом. Сегодня оно находится в аварийном состоянии. В рамках проекта «Арт-консервация» волонтеры закрыли окна и двери дома красочными щитами с картинами самарских художников. Таким способом мы можем остановить уничтожение этих домов, чтобы не построили на их месте бездушные высотки. А если у нас есть возможность починить кровлю, мы это делаем. Но так как у нас работают волонтеры, то есть мы это делаем не профессионально, а просто мы создаем максимально комфортные условия, чтобы дома дождались того момента, когда на них придут профессиональные реставраторы. Помимо каплицы, в этом году волонтеры законсервировали еще 3 аварийных дома по адресам Самарская, 107, Ленинская, 95 и 201. Они рисовали картины и делали фотографии, которыми потом закрыли окна и двери. Свои картины для дома по адресу Фрунзе, 157 предоставила и директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. Здание украшают 2 работы художницы из цикла «Равновесие». Алла рассказывает, цикл посвящен радуге. Первая картина, выполненная в красном цвете, символизирует начало радуги, а вторая – в фиолетовом, ее конец. Нет. Когда мы видим радугу, это с нами говорит Господь о том, что никогда не быть потопу. И мне показалось, что для этого дома это тоже важно. Этот проект вообще о том, что вся жизнь циклична, она бесконечна. И надо верить, что даже если что-то распадается, это новые ростки в жизни. Мы вот с вами современники, и от нас многое зависит. И, казалось бы, мы делаем один шаг, а следом нас ждет целая страница книги с теми историями, которые мы переживаем сегодня. Участвую, потому что я активный гражданин, потому что мне не безразлична историческая часть нашего города, и чем могу, тем и участвую, тем и помогаю. Это возможность поучаствовать в судьбе города, в сохранении исторических зданий. Но это наша история, это моя родина, мне это важно. Второй сезон арт-консервации проходил в течение 2 месяцев. Участие в нем приняли более 60 волонтеров. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.